Добрый день, друзья! Меня зовут Владимир Андреев, специализируюсь в недвижимости с 2007 года. Сегодняшний видеоролик хочу посвятить льготной ипотеке в сфере недвижимости. Она выдается для семей, у которых ребенок родился 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Для семей, которые усыновили детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Либо же для семей, у кого ребенок инвалид. Ставка 5-6% годовых на весь срок. Первоначальный взнос не менее 15%. Материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос. Срок выдачи до 30 лет. Приобрести можно новостройку на этапе строительства в сданном доме, переуступку от физлица, также переуступку от юрлица. Необходимые документы для этого понадобятся: паспорт СНИЛ, свидетельство о рождении детей или ребенка, справка с работы о доходе, ксерокопия трудовой книжки заверенная, а также справка с пенсионного фонда о наличии средств материнского капитала. Максимальная сумма кредита в четырех регионах, а именно Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 12 миллионов, во всех остальных регионах 6 миллионов. Взять льготную ипотеку с господдержкой может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Ставка в районе 10-12%, первоначальный взнос не менее 15%, срок кредита выдается до 30 лет. Процентная ставка может меняться в зависимости от суммы кредита, срока кредита, первоначального взноса, банка, какую программу вы используете, а также как вы подтверждаете свой доход. Подробнее могу проконсультировать по ссылке ниже, либо по телефону.